А ты не просто сражаешься только прямо сейчас, несколько секунд назад. Я еще не сказал это слово. Блин. Короче, ты, конечно, начал прямо секунду назад. Все. Всем привет, с вами Боб, я с Ассасином продолжаем играть. Да, и я вам обещаю, то, что если мы сейчас фейлимся, а мы зафейлимся, я уверен, я уверяю я вас. Я тоже уверяю всех, что мы так фейлимся. Блин, там так взрывается все эпично. Да, вообще. Еще зомби падают эпично. Он сейчас скажет, так упал умер. Да, вообще, упал умер. Камикадзе, я зомби. Я не хочу жить, блин. Правильно делайте. Один за... О, уже зомби пошли сзади. Зомби сзади пошли. Ну, я спереди. А я буду сзади прикрывать. А что, если я умру? Ау. Ты не подумал? И что, если у меня кончились патроны уже? Я должен кончить патроны. А представьте, что это... Вот все это количество умножьте на 4. И еще поставьте хардкор. Что ты будешь делать, когда в реальной жизни настанет зомби-апокалипсис? Я не знаю. Поехали, короче. Что мы делаем, когда появится появилась? Козы! Что за умер? Нет? Странно. А он скоро появится. Сейчас Хелик появится. Сейчас скоро Хелик придет. Его имя нельзя называть. Он ее еще дверки не открыты, слава богу. Потому что мы еще с этими зомбарями не справились. У меня еще патронов нет. О, великий зомби, дайте патронов. Не для этой, не для винтовки. Да, зомби сзади идут. Да я тебе говорю, что они сзади шли. Вот я к этой двери даже боюсь подходить. Сколько ж тут вообще этих немцев? 3-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 3
Так что 6-6 прикой. Так, Херик еще не пришел, Сол. Блин, я патронов нифига. О, великие зомби, дайте мне патронов. И автомат. Да, блин. Я нашел. И нет. Не дали мину. Не дали патронов. Да, блин. Мне только для одного карабина. Ой, ты впустил зомби. Зачем? Ай, блин. Пулеметчик. Я ему глаз дал. Я ему пулю подарил. Пусть он с ней играется. Так я еще раз дал пулеметчику глаз. Я еще тоже дал. По-моему, пофиг. Давай. Я его убил. Мы его оба убили. Не забудь то, что мы оба его. Мы его оба били. Ну, как бы я написал, что я его убил почему-то. По-моему, я его убил. Мне дали очки. Очки? Мне тоже дали очки. Я тогда не знаю, кто его убил. Совместный килл. Да. Заходим в здание, короче, ходим. Да, в сейф-рум. О, великий сейф. Пожалуйста, скажите, что это контрольная точка. Так, что там есть? Наша серия была какая-то большая, так что давайте мы уже закончим, а? Не, а мы же обещали то, что мы будем это... Чекпоинт! Ай, блин. Так, а что хочешь пойти? А, дробовик есть! У меня есть дробовик. Только без патронов. Меня печали. А какие патроны для дробовика? Не знаю, дробовичные. Офигеть. Дробовичный патрон для дробовика. Где логика? Еще я вообще тоже не хочу с этого выходить. Ну что, мы еще будем продолжать. Ну да, например. Должно смерть. Полметра. Да. Ой, мне кого-то снайперку дали. Странно. Непонятно. По-моему, я не была в этой менюшке. Убей. Зомби сразу пошли, так нечестно. У меня...
Я буду с дробовиком ходить. Они прямо из пола появляются. Как нечестно. Ты как меня читерные, они... Тебе не кажется? Их же не могли в здании похоронить. Смотри, как человеком к столу рукой. Я заскриню. Я заскриню это. Я тоже. Токарев. Нафиг мне эти токарев? Баба, я вылевел, а я бы с одним дровой банком. Смотри, опять та же самая стена смерти. Тут зомби. Пизду! Надо было им гранату кинуть, было бы прикольно. У меня не было. А я была. Динамит, фу. Да дайте мне... Я капчок сделал. А представь... Надо убить, чтобы они больше не мешались. Что бы, если бы мои... Ох, блин! Что произошло? Я не знаю. Мне кажется, закрыем дверьку. Думаю, это было зря. Очень много патронов, конечно, потратилось. Что их можно найти, возможно, в них? Да. Мне не дают патроны для дробовика. Погоди, я же видел. Ой, блин. Ой, блин. У меня уже 200 патронов для автомата. Скелетоны. Скелетоны. Я не вижу скелетонов. Они идут, они из стен пошли. Еще скелетоны. Вот он. Я нашел дробовик. Ты нашел дробовик? Это не дробовик, это какой-то это шотган. Ай, смотри, какой у меня дробовик? Это двустолка. Это винчестер. Нет, это не винчестер, это двустолка. Это другая ремингтон. Нет, только это какой-то... Это пять. Он вместо снайперской винтовки. Ну да. Он типа дробовика, только дальнобойный. Дайте мне патронов. Дайте мне патронов. Мне, кстати, дай патроны. Да блин. Я поставлю динамит. А как динамит взрывать? Я не знаю. Я знаю как. Надо меня выстрелить. И как? Не стреляй еще. Сзади. Я выстрелил динамит. Всех убил. Ну это мой динамит был. И получил очки ты, я угадал? Я тоже получил очки. Блин, я не могу тебя... Ай, сзади, блин. Зомби-арми. Скелетоны! Блин, они с динамит. Я их взорвал всех. Чертям. Да, блин, динамита больше нету. О, у меня есть ленд-мины. Будем снимать про второй зомби с Эйд? Я думаю, если пройдем туда. Прикинь, мы сейчас пройдем вот татурой. Я не поверю. Да? Я не поверю. Это я думаю, что мы вряд ли пройдем. У меня гранаты есть. Гранейдж! Бум! Парабум! Еще бы гранейдж. Бум! Четырех! Дайте я патронов для... Да, блин, вы задолбали воскрешаться. Не, почему я не воскрешаться? Не сними. Черт, ах, меня зомби, блин. Блин, в реальной бы жизни так невозможно было сделать. Миллион зомби, их убить, 4 человека все, убило миллион зомби. А типа в 4 заедут, только потруднее. Да. Лапка. Лапки, там больше зомби, кстати. Ну, лап один, да. Ну, там. Ну тут, блин, их тоже очень много. Я бы сказал, они сильнее. Ну, чуть поменьше, но не сильнее зато. Блин, меня сейчас, кажется, прибьет. Итог, лэпс просрал. А снайпер Эйд круче. Точнее, хардкор, нет, в смысле. Но мне больше нравится его 4D2. Да, мне тоже нравится. В нем механика попроще вообще. Ну вот 4D2 все-таки попроще. Сейфрум! Мы дошли до второго сейфрума. Да. Да геймер какой-то.
Гейер, а дайте мне патрон для дробовика. О, мне дали патрон для дробовика. Оуе. Оуе. И чекпоинт. Сейчас реально будет что-то эпичное. Блин, там их много. Давай их туда перестреляемся. Давай. Так вы наверное на песка винтовки. А возьми вот эту. Вот мою. Ну на время. У меня всего 7 патронов. Нет, спасибо. 7? Ладно, давай ты их убьешь. А тут что-то есть патроны. Ну вот, возьму патрон. Блин, вот, винчестер есть. Блин, бери давай. Ничего, что я взял твой винчестер, нет? Да оставай себе, мне не нужно. Тебе винчестер нужен? Мне так больше нравится. О, вообще винчестер круче. Винчестер всегда рвут. Блин, ну снайперка издалека нормально бьет. Мне не нравится этот винчестер. Забирай его. У меня всего 10 патрон. 16. Ну и что? Блин, он хуже. Вот я могу поспорить, что он хуже. Не знаю, свинчестер... Снайперка круче. Не знаю. Ну, блин, снайперка издалека может кого-нибудь убить. А этот винчестер, блин, 16 патронов, блин, и, блин, ничего. И то... Вообще винтовка универсальна, я бы сказал бы. Короче, это, итог. Винчестер, бред. Винчестер? Винчестер? Вот винтовка, вы винчестер. Я согласен за винтовку. Не знаю, все дезетов тут тебя покарают. Вот что я могу сказать тебе. А ты такой голосуешь за винтовку и за снайперскую винтовку и за винчестер? Ну, в принципе, винтовка универсальная. Но винчестер гламурнее, понимаешь? Он гламурный. Он фиговый, понимаешь? Фиговый. Он туда не может бить. Блин, там их много. Выкинул винчестер, ты сейчас стреляешь из снайперской винтовки. Чё он габарик? Вообще это ружьё, я бы сказал. Это не дробовик, это ружьё. Мне кажется, это с двухстволка. Мне уже надоело, я спускаюсь вниз. А хочешь, я кое-что расскажу? А ты знаешь, что у меня дома есть это? Винчестер. Ну, самодельный, я бы сказал бы. Знаешь, мне плевать. Ну, кого я... Ну... Так, ну, а куда нам? Я не хочу вниз. Не туда, что я... Не-не-не, я туда пойду. Это как в порту, надо подождать. Надо только подождать. Ты ну нафиг. Ой, снимаю или нет? Да, я снимаю. Так я никогда не снимал. Это был бы... Не смей! Нет! Фу, бяка! Ой, не в того. Блин, че новый зомби? Зомби здесь? Я не хочу, чтобы тут было. Ой, че тут? Это че там? А, там это. Блин, ты меня сейчас закрыл. Я тебя закрыл. Я доминатор. Да, блин, я задолбал уже. А, блин, скелетушка, боже. Скелетушек. Пистолетик. Знаешь, что я почти еще не, за эту попытку я еще ни разу не умирал. А куда нам еще идти? А, на второй этаж. Якобы. Потому что я иду первым, и тебя прикрываю, можно сказать. Поэтому ты ни разу не умер. Ну я их не беру. И я знаю, что ты идешь. Ой, за скелетоны пойдут. Дробовик всех пар. Дробовик. Блин, меня сейчас умру, кажется, блин. Я тебе помогу. Вау, троих сразу.
Это я особен. Я тебя прикрыл, кстати. Не, я убежал от них, так что ничего не сделал. Нет, я тебя прикрыл. Он у тебя за спиной был, а я его убью. Да не, вряд ли кто был за спиной. Ну, потом у меня были все хп, так что ничего страшного. Ну, блин. Все равно неприятно иметь сзади зомби. Ну, я, если честно, я бы его быстро убил. Ну, ладно, плевать. Снайпер! Да, блин! Снайперы? А, точно, снайперы. Да, смотри, есть. А тут пулеметчики есть? Ну, смотри, они появятся тут, мне интересно. Ой, блин. Твои. Я вот такое чувство, что где-то сейчас будет бутылочка такая кровавая. Где-то она есть. Ой, а где камикадзе идет? Камикадзе, привет. Ой, ему чуть-чуть. Я же вам выстрелил динамит. Во. На патрончики. Эй, патрончики. Вот черт там будет, заварушка. Я тут гранату кинул. Гранейдж! Думаю, я это правильно сделал. По-моему, наверх там огонь. Не, наверху там есть. Нет, там проход. Туда надо куда? Скелеты? Надо туда. А, блин. Сейф-зона? Опять? Где? Где нашел сейф-зон? Я в ней. Блин, сейф-зона. Ой. Ух ты, это что? Мы уже снимаем. Знаешь, где-то уже час. А, может, ну, ребята, ты на части поделишь. Ты, в крайнем случае, на части поделишь. Да? Ну, да, ты прав. На части надо вот тут есть. Вот тут динамит был. Я буду заканчивать на самых эпичных моментах. Ну да, это... Ой, а что такое? Я буду заканчивать, на наших, кажется, либо смертях, либо на эпичных моментах, понимаешь? И зачем они Спрингфилд положили в камин? Объясни мне, зачем? Не знаю, потому что Спрингфилд это из Симпсона. Спрингфилд? В каком месте? Пока бы меня это оружие не было, мне нравится снайперская винтовка моя и мой автомат. И меня это оружие не буду, просто патроны возьму и все. Ну что, я вроде бы готов, идем. Так, что тут еще есть? Это что? Гарант? Давайте гаранты возьму. Булавуку не хочу. Давайте кольт. Кольт вообще круче. А, пошли. Все, пойдем. Знаешь, надо было заснять это, вчерашние наши посиделки. О, блин, скелетошки пойдут. Посиделки в No Room in the Hell, да? Да, это было жестко. Точнее, ржачно. Как я всех уклады убивал. А помнишь, как я это еще по чердаку бегал? Угу. И там ты еще по этому, по крышам бегал. Мне кажется, так. Уже у самого конца карты. Блин. Все-таки давай мы уже пройдем карту, а на съемке, потому что я не хочу заканчивать ее. Мне тоже очень хочется. Ой, связков. Ой, блин, чувствую. А я чувствую, что это кажется конец карты. Нет, ну ладно, ну вряд ли. Чувствую фейл. Вот что я чувствую. Куда нам надо? Может, машину? Ой, куда нам надо? Мне кажется, надо... Не а, надо выжить. Выжить? Блин, я это знал! Так, готов? Что у нас есть? Растяжки. Динамит. Вот динамит. Блин, так. Что такое? Ай. Всё же не было, бац-бац и появилось. Бац-бац-бац-бац. Нельзя было раньше сделать, сказать. Ну, блин. Сюрприз. Можно было еще написать «Сюрприз!» Ой, идем на свет! Нет, тут там зомбари. Слушай, там зомбари идут. Там чудеса, там... Это свет в конце туннеля. Да, зомбари. Туннель от зомби. Это, кажется, моя граната. Думаю, это я подорвался под динамитом. А, блин. Идет очень много зомби, сейчас там уронит. Так или я умер. Я просила не кричать. Нет.
Я не за себя прошу это. Ладно, встретимся, когда мы пройдем в Уфу. Это Сурвайв. Да. Пока. Все. С вами был Спанчок Ансел. Мы сейчас встретимся, когда мы пройдем вот этот Сурвайв. Здравствуйте, ребят.